Всем привет! Давеча решил я залезть в Steam и посмотреть, какие есть игры для программистов. Так как лежал вечером и думал, надо же какие-то ролики еще пилить. Времени сейчас нет. Короче, ввел я в поиске программирования тег. Ну, вот одна из игр Wild True. В нее я еще не играл. Здесь одна минута написана. Это я просто запустил, чтобы посмотреть, на каком мониторе она запустится. Так как у меня монитор подключен еще один. То, чтобы знать. Сейчас запустим и посмотрим. Написано, как бы, программирование. Ну, что за программирование? Не знаю. Вкратце, обзоры, там, это я ничего не смотрел. Сказано, что там было в описании, в кратком. Надо, типа, где-то вкалывать, фрилансить и спускать все деньги на одежду для кота. Вот такая вот замануха. Что у нас тут? Есть кнопочка сообщества. Читайте об игре, там присоединяйтесь еще куда-то. Нам это не на промокод. В параметрах можно выставить язык. Ультрапроизводитель. Ну тут она, по-моему, 200 с чем-то мегабайт запросила на жестком диске, поэтому здесь особо тут и встроенная видеокарта, наверное, подойдет. Что тут еще? Загрузить у меня еще ничего нету. Ну давайте новая игра. Новая игра у нас туториал. Давайте CPP. Просто посмотрим, что это за игра. Может, действительно что-то тут с программированием связано. Хотя, мне кажется, вряд ли. Так, возможность побывать в шкуре специалиста машинного обучения и развиться от новичка до профессионала. На данный момент игра находится на этапе развития, но мы ее хотим показать тебе сейчас. Надеемся, что наша игра поможет тебе понять машинное обучение лучше. Кстати, я еще видел какую-то игру обучение по Unity. Может быть, запущу. Ну, как-нибудь. Если пойдут такого плана игры. Если это совсем далеко от программирования, то, конечно же, вряд ли я буду записывать. Так, ладно, дерево заданий показывает ваш прогресс в игре. Ага. По мере прохождения игры вы будете встречать задания различного типа, которые помечены разными цветами иконкой. Каждая иконка соответствует своему типу задания. Так, ладно, это все читать я не люблю. Линии, порядок открытия задания, это понятно. Так, это что? Продвигаясь вверх по стволу дерева, вы будете обучаться новым алгоритмам машинного обучения. Не бойтесь пропускать сторонние задания. Вы сможете к ним вернуться в любой момент игры. Так, если задание кажется сложным, можно потренироваться в сторонних задачах. Хорошо. Что за... Древность. 1936 год, 1980. Так, школьные проблемы. Доброе утро. Мы проводим социологический опрос в школах и столкнулись с проблемой. Ученики часто забывают отметить в анкетах, в каком классе они находятся. Да стикеры на лоб им приклеить. Все. В каком они классе. А при входе в класс, не знаю, там, фотоаппарат поставить, который автоматически будет фотографировать. Чё, взять работу? Ну, давайте, я взял работу. Так. Донейросетевой искусственный интеллект. 1905 год. Человечество всегда пыталось создать искусственный интеллект. Для создания нейронных сетей люди использовали экспертные системы. Экспертная система – это детерминированный алгоритм, который воспроизводит решение реального человека. Один из примеров – Элиза, первый чат-бот в мире. Элиза была написана в 1966 году и разговаривала с пациентом, используя вопросы, схожие с вопросами реального психотерапевта, и реагируя на ответы. Это работало ужасно. Ну, что нам тут надо сделать? Так, этот блок сравнивает цвета. Если цвет элемента совпадает с выбранным цветом, то элемент идет в верхний сокет. Иначе он идет в нижний сокет. Это в игре. В реальном мире. Для создания самообучающихся алгоритмов люди использовали экспертные системы.
Эти алгоритмы использовали заранее заданные правила, схожие с решениями экспертов людей. Это работало ужасно. Так, что-то непонятно. Заходи в наш Discord. Так, ладно. Не, ну в целом, судя по началу, если будут постоянно вот так вот какие-то, не то что комментарии, а рассказываться о том, что было, почему, как, вот, например, это работало ужасно, а по идее потом напишут, а как работает хорошо, то в целом-то должна быть игра интересная. Потянишь тем мышкой за блоки списка, чтобы вытащить его на поле. А, вот этот? Сюда и за сокет для появления связи. Чтобы соединить сокеты друг с другом, протяните связь от одного сокета к другому. Чтобы удалить связь, наведите на нее и нажмите правой кнопкой мыши. А, это я понял. Вот так вот. Иначе. Чего иначе? Чтобы проверить схему, нажмите тест. Так, идет красный. Ну, не, ну понятное дело, это только обучение. Как оно дальше будет, интересно, если все на блоках таких? Иначе, а если, ладно, если. В принципе, тут других цветов-то и нет, а только красный и голубой. Так, ну, красавчики, смотрите, что написали. Так, оценка затрат 42 кота евро или что это? Блоков использовано один. Чтобы завершить задание, вы должны зарелизить программу. Релиз, это будет стоить 2 евро за аренду серверов. Ну, в принципе, недорого. Ну, что-то я не понял. Это еще раз проверка или что идет? А ускорить? Есть? А, вот ускорить. Да. Ну, 10x поставили бы. Ладно, сейчас дойдет. Следующий проект. Так. 458 чистыми. Круто. А, не, оно долго... Ай, блин. Так. Выход из игры или еще? Сохраните, выйти. Дина, выход. Куда выход? Походу из игры. Да, что-то тут тупит сильно. А, во, все, продолжить. Подвисает у меня, да. Так, ладно. Текущий проект. Ну, я же сделал это, что, корзина какая-то. А, это блоки я могу какие-то покупать. Ладно. Дерево. Дерево вот тут, клацнем. Так, люди делают много ошибок при заполнении наших анкет. Мы не можем исправлять их ошибки вручную. Ну, берем работу. Это типа мы фрилансим. Неплохо, конечно, было бы за 10 минут заработать 400 кота евро. Правда, менять их где? Так, тут показано необходимое количество для успешного прохождения задания. Так, в игре этот блок удаляет элементы. В реальном мире. Реальные датасеты имеют огромное количество ошибок. От фильтровывания ошибок важная часть работы аналитика. Так, выучите, как это работает. Математика, интегралы, функции и другие страшные слова присутствуют. Ну ладно. Я так понял, вот это вытягиваем. Соединяем сокет. А, все, я понял. Если красный идет сюда,
Если зеленый. Блин, хрен поймешь. Что иначе? Но если красный, зеленый, то сюда. Что-то я не понял. Что сделать? А, тут еще одна есть. А, тут вон, смотрите. А, их можно сколько угодно, я понял. Давайте красный сюда. Дальше. Тут выставим. А почему это не соединяется? А, только с одним можно. Блин, я не знаю, как это работает. А, ладно, давайте попробуем. Так, если красный, ну вот, сюда пошло. А если я хочу зеленый поставить, то чё? Чё? Это, наверное, удалить? Это иначе, да, типа? Хрен его знает. Если цвет элемента совпадает с выбранным цветом, то элемент войдет в верхний сокет. Иначе он уйдет в нижний. Ну вот, красный. Ладно, я понял, что надо сделать. Так, правой кнопкой нажимаю. Так, красный. Иначе уходит сюда. А иначе у нас может быть какое? У нас может быть еще вот такой. Зеленый. Если зеленый, то он тоже идет туда. Иначе в корзину. Вот так. Так, надо, чтобы красиво оно выглядело. Ладно, тест. Идет синий. Синий должен уйти в иначе. Тут тоже в иначе. Во, вот так вот. Так. Ну, пока ничего сложного нету. Вроде бы. 56 евро. Прошло времени, уложился, блоков использовано 3. Так, релиз. Аренда, какая аренда? Я же уже арендовал один сервер. Это что, повторный запуск? Затраты денег, а на что они тратятся? Ладно, я понял, если бы я лимит блоков больше бы использовал, то не знаю, что было бы. Так, следующий проект. Хорошо, принять. Это письмецо, да, какое-то? А, это задание, я понял. Где тут дерево? Так, что-то я тут могу купить, но оно все заблокировано. Ух ты, технику могу купить. О, одежду вот коту. Походу на каких-то скриптах написано, так все подтормаживает реально. Нафиг. Я блоки могу купить, да. Но они что-то скрыты. Так, ладно, идем в дерево. Ошибки базы данных 2. Мы нашли еще несколько типов ошибок, которые делают люди. Пожалуйста, обновите свою программу. Будет проще, если вы используете предыдущие версии кода. Как я их использую? Так, вы можете менять текущую скорость. Ну, я это уже знаю. Вы можете менять текущую скорость с помощью кнопок. Ага. Что надо хоть сделать? Количество... Это что? Лимит сборных блоков. Это как? А, вот сборные блоки, смотрите. Вот здесь есть. Так, вы можете использовать схемы, которые были собраны на предыдущих заданиях. Здесь вы можете увидеть все схемы, собранные из базовых блоков, доступной в этой задаче. Сборные блоки не тратят время на пересылку данных между блоками внутри себя. В любое время я могу вернуться, переписать. Эта иконка показывает, как часто сборный блок принимает данных на обработку. Эта иконка по сборных блоках показывает общее количество обрабатываемых элементов в данный момент. Без... А этот блок у меня получается что? Мне сюда надо только красные ложить, правильно?
Да блин, короче, давайте базовые блоки. Если красный, то идет сюда, все. Иначе идет все в корзину. Так, так. Что-то мне кажется, почему такой большой лимит? А, я должен предыдущие эти, блин, блоки использовать. Так, ну тогда вот этот, наверное. А как его посмотреть? Блин, реально, как его посмотреть? Тут я помню. Блин, ладно, вот так вот. Тут у нас красные, по-моему. Я уже не помню. Короче, делаем вот так вот. Если красный, то идет сюда. Иначе вот сюда. Вот так вот. Так. Так, это показывает, сколько сейчас обрабатывает. Или что, 1-3? Красный. Долго идет тут. Но в сборных блоках написано, время как бы не тратится. Ну ладно, поверим. Так, это лимит времени. Тун-дун-тун-дун-тун-тун-тун. Не, ну что, в целом, если есть игры такого плана, то можно их, конечно же, поразбирать. Так, чисто на досуге посидеть. Потому что, я думаю, там дальше, в принципе, будет нормальная сложность. Наверное. Так, релиз. Принять. Зачем вот это спрашивать? Ну, как будто бы есть выбор. Ну, нажму и отмену, и чё? Хотя, возможно, нету денег, и надо будет, ну, где-то там в режимах нет денег, и тебе надо будет пособирать этих денег. И только потом аж зарелизиться. Ну, машинного обучения пока я тут что-то особо так и не вижу. Хотя машинное обучение, эта тема, знаете, такая вот она настолько широкая и общая, что даже не знаю, с чем сравнить. Можно говорить там создание там автомобилей или не знаю, но автомобилей же много, или люди, да. Там. В целом там все знают, что такое люди, но в людях столько много сложных деталек. Ну, я шучу. Не деталик, они по-другому называются. Короче, дошли мы до первой шаги. 1980-1998. А, я понял. До первых шагов, наверное, обучение машинного. Так, это наше последнее письмо для вас. Мы поменяли систему хранения данных. Можете вы обновить ваш код еще раз? Он должен работать намного быстрее. Так, если бы я блоки не использовал, ну... Сборный блок не использовал бы, то, конечно же, быстрее. Так, этот блок сравнивает цвет сокетов с цветом элементов и выбирает сокет с меньшей ошибкой. И если цвет элемента совпадает только с одним из выходов, то он отправляется в него. Если элемент не совпадает ни с одним, то выбирается случайный выход. В реальном мире решающее дерево – один из базовых алгоритмов машинного обучения. Дерево может различать несколько классов. Когда решающее дерево пытается предсказать класс элемента, оно спрашивает у этого элемента о нескольких его параметрах и выбирает класс, ближайший из тех, которые оно может распознать. О, смотрите, читайте. То есть есть даже ссылочки на это все. Ну, в принципе, я думаю, да, интересная должна быть штука. Потому что есть ссылки на YouTube, надо подфиксить туда свои ссылки, закинуть. Шутка юмора такая. А сюда подфиксить и ссылку на блог, на котором ничего нету. Ну, я так нифига не понял, что надо сделать. Ну, решающее дерево. И что тут, красный? Пф, офигеть. Давайте еще раз. И выбирается сокет с меньшей ошибкой. Ну, если я вот так вот сделаю. Красный, и что?
И по... А. А, это решающее дерево, ладно. Не, нам надо, наверное, экспертную систему. Вот так вот. Ну, еще называют дерево принятия решений. Эту штуку еще. Как бы да. Они не обманывают, есть деревья. Ой, не-не-не, не сюда, вот так вот. Это сюда, наверное. А если не красный цвет, то все будем удалять. Вот так вот, наверное, тест. И чё? Да не, какая-то фигня. Я, по-моему, лимит времени... Да? Время вышло. Что-то я не вкурил смысл задания. Может, что я не внимательно читаю? Наверное, сборный блок надо использовать. Ну, типа в сборном блоке все быстрее работает. Давайте вот только красный. Вот так вот. Корзину. А что корзину? А корзину не надо тут. Ладно. И где красный? А, вот красный пошел. Блин, а в чем прикол вот этого? С меньшей ошибкой. Я как будто вижу, какая тут ошибка у этого красного. Но мы опять не влазим. Да, походу. Нет, сейчас еще какое-то время дадут. Сюда переключиться. Время вышло. Провал. Да задолбали, блин. Еще раз. А где описание игры? Давайте так вот. Очистим все блоки. А где тут help? Где help? Help, где тут? Ладно, переходим в дерево еще раз. А, не еще раз в дерево. Дерево, вот. Так. Это наше понятно. Награда продолжить. А, стартапы какие-то можно еще, ладно. Не, наверное, фишка тут, да? Если цвет элемента совпадает только с одним из выходов. Короче, а если я без удаления, зачем нам удалять? Я вот сделаю вот так вот. И вот так вот. Что будет? Опа. Эй. Как бы, что сюда другие цвета идут? И... Время, вы недостаточно точности. Если элемент не совпадает ни с одним. А, я понял. Наверное, знаете, что надо сделать? Наверное, если вот так вот, то тут вот зеленый. А вот тут, наверное, синий. Там еще любой есть. А если синий, то тут есть и синий сюда. А если... А другого нету, кстати.
Так, а если это все мы... А, во. Вот сюда. Если вот так вот. Не, медленно, медленно. Кстати, я вот тут не соединил. Баран. Вот, вот так вот надо. А, тест. Как, ну почему сюда синие идут? Я понял, походу это все не так должно работать. Короче, методом тыка проверяем, как оно работает. Вот это сюда, сюда. Экспертная система, вот. Давайте. Если красный красный, то вот они идут сюда. Вот идут сюда. Пробуем. Ого. Наверное, наоборот надо. Наверное, надо отсеивать. Отсеивать вот здесь долго. Смотрите, решающее дерево. Кажется, я начинаю вкуривать. А здесь 1 секунду сколько может обрабатывать, а здесь 0,3 секунды. Значит, решающее дерево. Написано, этот блок сравнивает цвет сокетов с цветом элемента и выбирает сокет с меньшей ошибкой. Значит, нам надо, если красный, то будет идти сюда. Вот так вот, наверное. А любой будет, наверное, идти вот сюда. Из любых у нас остается, если это зеленый, то, а это что? Точность. То нам только красный надо. Я не знаю, любой тут, любой вот так вот, наверное, в корзину все будем складывать. А ну-ка. Понеслась. Красный, ты куда? Офигеть, красные почему-то сюда ушли. Ладно, давайте красный. Если красный, то сюда. Еще раз. Почему красный иногда? Так, точно. Полетело. Опять красный. А красные почему-то опять сюда уходят. Успех. Да какой же успех? А, я 8 собрал, а тут 10 блоков. Я понял, 2. Точность у них не очень была. Да фиг его знает. Ладно, релиз, давайте еще раз посмотрим. Так, смотрите. Красный понес и сюда улетел. Сюда. Ну, вот 2 блока сюда ушло. Но сейчас один... Кто? Че она? Блин, штукарь уже заработал. Ну не блин, это хорошо. Мед Икс давайте. Так, мы занимаемся грузоперевозками. И сейчас вплотную работаем над улучшением сервиса. Наша система распределения грузов по их характеристикам устарела и часто дает сбои. Нужно автоматизировать процесс и сортировать грузы в зависимости от характеристик. От этого зависит, насколько качественно мы их доставим. Так, здесь требуется высокая точность сортировки. Возьмете заказ. Типа у меня выбор есть. Катан же нужно одевать. Да, подлагивает, конечно, подтормаживает. Так, ну давайте, наверное, это задание в следующий раз. Я, в принципе, наверное, еще пару видосов по этой теме запишу. Вот, чтобы не растягивать. В целом, вы увидели суть заданий. Ну, дальше я еще, возможно, пару видосов запишу. Пройдем дальше и посмотрим, что тут и как, короче, вот. Потому что здесь есть какой-то магазин, блоки можно покупать, здесь есть одежда для кота, здесь есть техника какая-то. Но подтормаживает, реально, как бы, ноут вроде не такой уж и слабенький, но это жесть, товарищи.
О, так тут всякие компы можно памяти покупать, там карты всякие. GVIDIA, типа NVIDIA, да, типа как Adidas, Abibas, там, Rentium, ну да, понятно. Не Puma, Arita. Ладно, на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Подписываемся, делимся. Если в Стиме вы увидели подобные игры с тегом где-то программирования или еще что-нибудь, и вам было бы интересно на нее посмотреть, не покупая, к примеру, да, там, или не скачивая самому, то пишите. Ну, если эта игра не слишком дорого стоит. Это игра, что порядка $5 стоила. Ладно, на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Всем пока.